Мне понравились две вещи. Первое – это короткие ролики. Сейчас длинно никто не смотрит, и это правильно, да. Это же не на тренинге посидеть весь день, перепогружаться. А второе – вы задаете вопросы, вы глубоко копаете. Вы задаете правильные вопросы. Возможно, у вас образование журналиста или психолога. Ну, что-то такое чувствуется.